Начинаем прокатный февраль с комедийного байопика «Молодой Годар» с Луи Гарелем. Фильм расскажет о романе главного французского режиссера 20 века Жана Люка Годара и актрисы Анны Вяземски. Лента от создателя оскароносного артиста Мишеля Азанавичуса открывала 13-й ежегодный фестиваль «Вечера французского кино» и теперь возвращается покорять сердца в прокате. «Молодой Годар» расскажет о насыщенном периоде в жизни великого режиссера – 67-й год. Находясь в творческом поиске, Жан-Люк Годар знакомится с актрисой Анной Вяземски, и она младше его на 17 лет и после стремительного романа становится его женой. «Молодой Годар» основан на мемуарах самой Вяземски. Изначально она не хотела давать права на экранизацию, но, по словам режиссера, решающим фактором стал его комментарий о том, что книга показалась ему очень смешной. Он подчеркивает, его фильм в первую очередь история любви, а не биография Жан-Люка Годара. Роль родоначальника «Новой волны» в фильме исполнил секс-символ французского кино Луи Гарель. В Анну Вяземски перевоплотилась француженка Стейси Мартин, известная украинским зрителям по ролям в фильмах «Нимфоманка» и «Сказка сказок». Мишель Азанавичус – это французский режиссер, сценарист и актер. Мировую известность ему принес черно-белый фильм «Артист», триумфатор международных кинофестивалей и лауреат 5 премий «Оскар». Международная премьера «Молодого Годара» прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где фильм претендовал на золотую пальмовую ветвь. Аарон Соркин – один из самых известных сценаристов нашего времени. Заработав широкую известность фильмами «Социальная сеть» и «Человек, который изменил все», Соркин начал задумываться над своим собственным режиссерским проектом. На этой неделе в прокат выходит «Игра Молли» – первый полнометражный фильм от мастера диалогов на пулеметной скорости. Молли Блум называли «принцессой покера». Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи и миллиардеры. Однако большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФБР? В роли умницы и красавицы Молли двукратная номинантка на премию «Оскар» Джессика Честейн. А ее экранным оппонентом выступает Идрис Эльба. За правдивость истории можно не переживать. В основу фильма легли мемуары реальной Молли Блум, и она же скромно порекомендовала Соркину взять на роль себя Джессику Честейн. У нас новая пропозиция. Повний імунітет. Треба лише здати жорсткі диски. Ви бачили, що на цих дисках? Сім'ї, кар'єри, життя людей будуть зруйновані. Чому звинувачують лише вас? Де усі ті, кого ви захищаєте, приховуючи правду?